Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info, я вам покажу, как на устройстве ROG Phone 8 изменить язык клавиатуры. Чтобы на данном устройстве изменить язык клавиатуры, вам будет нужно перейти в Chrome, к примеру, любой поисковик и перейти в клавиатуру. Чтобы поменять язык, вам всего будет нужно нажать на данную планетку, да, на значок планетки, мы меняем, как видим, на английский, меняем на испанский или же снова на русский. Чтобы добавить язык, переходим в настройки, здесь же в языки и в языках просто добавить клавиатуру. И выбираем любую, хоть дакхиня, не знаю, что это за язык, если честно, но пусть будет. Переходим и тем же способом нажимаем на данную планетку, меняем на, на английский, испанский, дакхини, интересный, кстати, язык. И также русский. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.